Доброе утро! Меня зовут Шакир Юлдашев. Готовим вкусные и интересные завтраки из того, что всегда можно найти под рукой. Приготовим салат из пасты орзо со свежими травами. Скажете, откуда под рукой у нас паста орзо? Внимательно надо смотреть на прилавки. Вот я посмотрел внимательно и нашел такую пасту, похожую на рис, на перловку. Руккола, черри, базилик, петрушка, кедровые орехи. Из всего этого приготовим замечательный салат. Для начала нарежем зелень. Петрушка. Только листочки. Чем больше зелени будет в этом салате, тем он будет вкуснее. Отправляем в миску. Руккола, мы ее перебрали. Можно ее не нарезать, а просто-напросто вот так вот немножечко нарвать. Теперь базилик. Маленькие листочки оставим для украшения салата, а большие порежем. Пол зубчика чеснока. Отрежу, переверну нож, раздавлю. И теперь мелко-мелко нарежу. Помидоры черри нарезаем пополам. Немного перца чили. И теперь ко всему этому прибавляем отваренную пасту орзо. Солим, перчим. Заправляем салат лимонным соком. Раскатаю немного лимон, чтобы он получше отдал свой сок. Разрежу и выдавлю сок. Поливаем щедро оливковым маслом. Добавляем поджаренные кедровые орешки. И перемешиваем. Витаминами богат. Вкусный, сытный наш салат. Приятного аппетита!